Всем привет! Вы на канале художницы Натальи Рязановой. В этом видео я расскажу вам о флуоресцентной живописи. Это современные краски определенным образом реагируют на свет. Это картины путешествия, созерцания. Оказывают положительное психоэмоциональное воздействие. Если в интерьере присутствует светящаяся картина, вы вмиг попадаете из обыденности в волшебный и фантазийный мир. Живопись ориентирована на раскрытие внутреннего мира человека. Флуоресцентные краски светятся при ультрафиолете, что создает удивительное сочетание света и цвета. Более выразительно подчеркиваются мелкие детали. Вы словно попадаете в другой мир. Светящиеся полотна, соответствующая медитативной трансовой музыка. Все это создает удивительные параллельные миры, мир сказок и страны чудес. Флуоресцентные полотна – это идеальный вариант для тех, кто хочет сделать акцент в своей квартире, доме или даже в офисе. Флуоресцентные полотна я рисую с 2006 года, достаточно большого размера, 3 на 1,5 метра. Также я расписываю одежду флуоресцентными акриловыми красками по ткани. В прошлых видео я рассказывала о кастомизации. Это тот же самый принцип, только краски светятся при ультрафиолете. Флуоресцентные полотна выдерживают множество стирок без потери качества. Баба-Яга – это старушка-чародейка, обладающая магическими способностями. Баба-Яга летит в ступе, размахивая метлой, сцепив кусочек луны. Ступа оборудован по современным технологиям, что означает «Баба-Яга идет костяной ногой со временем». Монитор с зеркалами дальнего вида, что означает «Она видит хорошо, летит высоко и быстро». Лесные феи обладают волшебными способностями и силой женщины. Это духи природы. Они живут в лесу, умеют летать, внезапно появляются и внезапно исчезают. Это духи огня и воздуха. Им нравится спать в цветах, танцевать при луне, но больше всего им нравятся цветы в форме бубенцов, это колокольчики и ландыши. Ритм на джембе. Традиционно африканский барабан, магический ритм свободы, заряжает энергетической вибрацией. Ритм невозможно почувствовать умом, ритм можно почувствовать только телом. На своих полотнах я создаю мир сказок, волшебства и чудес. Вот что получается, когда полотно светится при ультрафиолете. На мой взгляд, необычно, волшебно и сказочно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.